В Сургуте задержали сладкоежку. В один день с прилавка магазина исчезли 72 шоколадных яйца. О краже полицейским сообщил руководитель торговой точки. Оперативники нашли вора, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался безработный 24-летний мужчина, который к тому же был ранее судим. Он успел вынести шоколадных яиц на сумму свыше 6 тысяч рублей. Сейчас против любителя сладкого возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Сургутянину грозит тюрьма сроком до 2 лет.